Около 8 часов утра жители 4-го подъезда 27-го дома на Алексеева услышали выстрелы. По меньшей мере 3 громких хлопка слышали жители нескольких этажей, а также громкий шум на лестничной площадке 2-го этажа. Были, я не знаю, как, может быть, удары какой-то, может, палкой, может, кто-то падал с лестницы, я не знаю, мужчины. Мужчины ругались между собой. О том, что здесь произошло преступление, можно судить по этим красным пятнам на лестничной площадке 2-го этажа и возле квартиры номер 192А. К слову, соседи говорят, что именно из-за нее все здесь и произошло. Якобы уже некоторое время, около года, эту квартиру занимает притон, куда периодически приходят люди и устраивают какие-то скандалы, но таких разборок в этом подъезде никто не припомнит. Такого не было. Ну, тропа туда не зарастала, но как бы вот до такого-то не доходило же. Почему дошло до этого сейчас и кто инициировал конфликт, это определят в полиции. Правоохранители уже установили участников конфликта, их опрашивают и ищут свидетелей. Уже известно, что жертв нет, так же, как и серьезно пострадавших. Кроме того, сейчас разбираются, насколько информация о квартирном притоне была достоверной. Елизавета Курочкина, Александр Тропин, Новости ТВК.